острый перец патенера. Патенера — это вот такой вот перчик. Видите, как он интересный. Тут его такое большое количество, что просто сверх урожайный. На одном кусту насчитывается до 80, а на других кустах бывает и больше 100 штук. Вот видите, смотрите, какое скопление плодов. И каждая ветка, он просто усыпана. Тут я же говорю, просто нереальное количество. Некоторые кусты даже не выдерживают, падают. Этот перец был найден в джунглях в области Петен. Это в Гватемале, где раньше жили 27 поселений было майя. И вот считается, что это перец еще со времен майя. Можно выращивать как в открытом грунте, так в теплицах. Очень высокоурожайный. Если посадите, вы никогда не будете без перца. Всегда будете с перцем. Это средний острый сорт. Очень интересный. Срок созревания у него 80-90 дней. Ну, высота куста может быть от 60 до 80 сантиметров в высоту. Острота от 20 до 30 тысяч сковелей. Вот такой вот интересный перчик. Я вам покажу его. Очень интересный, хороший. Мне нравятся такие сорта. Да вообще мне все нравится. Нравится, я люблю выращивать всевозможные сорта перца. У меня больше 200 сортов сейчас. Редких сортов перца. Вот смотрите, какой необычный сорт, очень красивый. Также он хорош для слабоострых соусов, хорош для консервации, для засолки. Очень хороший. В прошлом году баночку одну сделал себе, очень вкусный, мне очень понравился. Вот такой вот хороший перчик.